От работы забился фильтр, держи-ка. Вон твой, вот ты. Блять, возьми, ты камеру держи. Он тебя походу уже. Забивается, блин. Держишь так, смотришь? Ну, без нее, если? Без нее наверняка нельзя. Так, у нас ключи-то есть, да? Выключи, ключи вон. Ага, давайте. Блять, надо было чуть не сказать, что ты пенек у меня человек. А это потерял свою крышку? Потерял. Все потерял. Сумку вытащи. Сумки там. А что сумки? А там эти для этого. Пизду, надо было дома посмотреть же. Не успеешь, хули? Вдруг. Сломалось бы. А? Техника любит уходы. На и уход езди, но так уж работать не надо, да?
А это новый соль была там или еще одна новая? Да. Да. Или ты ставил? Там какой-то белый. Видите, да? А да, поехали домой. Ну. Нет, это не ставится. Это не ставится. Это выпасы. Куда? Поехали домой. А что я? Он включен его? Что? Вот тут. Да. А это для чего? Тебе перчатки надо, Вовка? Да, добро есть. Ну что ж, попробуем так. Ты сюда смотри. Поверни камеру, да. Попробуй. Выпало.
короче, небольшой аварии случилось. Забился фильтр. Мотоблок перестал ехать. Сейчас я фильтр открутил, попробовал ее промыть этим бензином, но это все бесполезное дело здесь в чистом поле. Ну вот, чтобы в пустую не возвращаться, так как по сути дела по-хорошему-то положено вот взять и ехать домой, исправить технику и дальше заниматься. Но нет, вот видите, мы, да это не только мы, это, наверное, все как почти доехали до последнего, блядь. Выжить надо по максимуму. Ну, в общем, испытываем сейчас на мотоблоке, будем возить сено без фильтра. Посмотрим, не знаю, конечно, это не есть айс, вот, но что-то будем решать, но этот рейс нужно обязательно привести. Так что давайте продолжайте, смотрите, и узнать, что будет впереди, мне даже самому интересно, смотрим.